Некоторое время жителям проспекта Ленина в Чебоксарах придется спать под шум дорожной техники. Главную транспортную артерию столицы ремонтируют ночами. Днем работы вести невозможно, пробка растянется на полгорода. Дорожные строители обещают сделать все в максимально короткие сроки. Татьяна Молокова и Сергей Адушкин узнали, какие технологии ускоряют процесс и гарантируют полотну долгую безупречную службу. Проспект Ленина – одна из самых загруженных улиц. Неудивительно, что проезжая часть регулярно выходит из строя. Старые дедовские способы положить свежий асфальт поверх существующего здесь не подходят. Культурный слой и без того объемный. Поэтому строители решили обновить полотно капитально. Сначала на этой дороге снимаем асфальт на 17 сантиметров. Так как на этой улице у нас бордюры гранитные, бордюры мы не трогаем. Бордюры не трогаем, они остаются на месте. На оставшуюся часть покрытия сюда укладываем щебень 7 сантиметров. И вот это старое покрытие со щебнем перемешиваем. Туда добавляем битумную эмульсию и получается усиливаем основание. В распоряжении строителей новая современная техника и технологии, продлевающие срок службы дорожного полотна. Гарантия 6 лет плюс строгий контроль качества работ. Стройконтроль. Если что-то неправильно, не соответствует качеству, это все обратно снимается, оно меняется. Проспект Ленина между перекрестками с Гагарина и Николаева, участок площадью 9300 квадратных метров, отремонтируют в первую очередь ввиду особой востребованности. Остальные улицы тоже уже в работе. В городе 15 улиц будут отремонтированы. Ну и мы говорим, что и ямочный ремонт. Ставится задача, чтобы 15 августа все дороги максимально отремонтировать. Стоимость ремонта полотна по этой технологии 1800 рублей за квадратный метр. Всего же в Чебоксарах в этом году на дорожные работы запланировано почти 175 миллионов рублей. Кстати, старый асфальт тоже идет в дело. Его забирает компания «Дорекс», чтобы ремонтировать проезды в частном секторе. Татьяна Молокова, Елена Гальперина, Сергей Адушкин, Республика.